Жительница ЮАР Тришнапема во время поездки в Италию позировала с мороженым на камеру, и снимок случайно оказался поразительно похож на популярный мем «Неверный парень». Фото опубликовала ее подруга Амаль Амал в Твиттер. На снимке видно, что прямо за главной героиней по улице прогуливается за руку парень с девушкой. Выражение лица незнакомца в точности повторяет мимику героя из мема, его спутница также случайно скопировала эмоции другой героини вирусной картинки, подруга путешественницы выложила фото, указав, что композиция ей кое-что напоминает. Амал, собака, Бжамбутанг, 7 июля 2018 года, 19 часов 13 минут. Твит собрал более 185 тысяч ретвитов и почти 520 тысяч лайков. Многие пользователи восхитились тем, как случайный кадр оказался поразительно похож на знаменитый снимок, другие обратили внимание на то, с каким вожделением девушка на переднем плане смотрит на мороженое. «Мне определенно нужен человек, который будет смотреть на меня с такой страстью, как твоя подружка смотрит на мороженое», написал один из юзеров. Мем под названием «Неверный парень» приобрел популярность летом 2017 года. Пользователи сети обнаружили в фотобанке странный снимок, на котором парень, идущий за руку с одной девушкой, похотливо засматривается на другую. Позднее картинку окрестили мемом на все случаи жизни. В ноябре 2017 года героев прославленного фото обнаружили и на других снимках из фотобанка, составив из них неожиданную и захватывающую предысторию. Больше о странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись.